Приветствую всех! В этом видео я хочу поделиться с вами своими наблюдениями за природой. Сегодня я отправлюсь в поход по заливным лугам реки Дон. В этом выпуске вы увидите пейзажи местности. В луговой степи в это время цвело множество растений, а в засушливой мне удалось обнаружить грибы-дождевики. Из птиц мне повстречались такие виды, как кряква, черный коршун, береговушка, серая ворона, дроздовидная камышовка, черная крачка, просянка, большой баклан, речной сверчок, желна, серая цапля, чернолобый сорокопут, а также белая цапля. Кадры для видео были подготовлены 3 июля 2024 года. В этот день была солнечная погода. Температура воздуха прогревалась от плюс 22 до плюс 34 градусов. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Буду вам очень признателен. Желаю приятного просмотра и всего самого наилучшего.
Thank you.